Привітання, Мінськ! Алексей, какие у вас предвкушения перед матчем «Мир» или «Россия»? Кто? Ой, я надеюсь просто показать болельщикам очень красивую игру. А кто выиграет, это уже не так важно. Это удовольствие просто быть здесь. Жалко, что не выиграл. Просто. Какие впечатления от матча? Какие эмоции? Очень хорошие, очень приятно. Это правый шоу. Делай правый шоу. Куда, что успел посмотреть в Москве? Поедешь ли гулять по городу? Чуть-чуть. Самим я поеду. Впечатлениями, как вам Москва, как вам матч всех звезд и все, что происходит до. Все круто. Баскетбол рулит в Москве. Согласен. Что скажете, как вам? Давно ли вы свыклись с тем, что приходится разбираться, кто в какой форме играет, за кого нужно болеть? Вы знаете, баскетбол – это что-то высшее, это суперспорт, это суперигра, поэтому неважно, кто в какой форме, главное, что они делают потрясающие вещи на паркете. Смоки-смоки, Минск. Сборная мира победила. Поздравляем мир с победой. Смотри баскетбол, играй в баскетбол. Смоки Минск! Вперед! Подписывайся на канал, ставь лайк. Пока!